Особый противопожарный режим за майские праздники нарушил 21 человек. Из-за недобросовестных жителей на юге региона пострадала территория общей площадью почти в гектар. На нарушителей составлены протоколы, им грозит административное наказание. Сумма штрафов увеличилась в два раза и на граждан составляет от 2000 рублей. Виновники установлены, это местное население, местные граждане. То есть сжигали мусор, либо палую сухую растительность. Отмечу, что с 28 апреля разведение любых костров запрещено.